Всем привет! Хочу напомнить, что уже завтра у меня на канале пройдет новогодний розыгрыш, и будет разыграно вот этих вот три потрясающих ауга. А что нужно для этого сделать? Читайте в условиях под этим видосом. И также напоминаю, что 3 января, это будет воскресенье, пройдет очередной воскресный розыгрыш. Все условия и скины также в описании. Читайте, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и побеждайте. Ну а я приступаю к тому, ради чего я пишу это видео. В общем, мне там подписчики писали в комментариях, говорит, слушай, может отдохнешь уже от челленджа, там, да, там надо же отдыхать, перерывы делать. Да я, в принципе, сам собирался сделать, поэтому сейчас закинул 250 на баланс. Потом уж еще пополню чутка, просто хочу. Я не помню, сколько надо, чтобы открыть второй кейс, поэтому закинул пока 200 с промиком. И посмотрим, потому что Владислав, он как бы не торопится отвечать на мои там вызовы. Поэтому 4 выпуска я снял, 5 успеется. Поэтому маленечко почилим, отдохнем. Ну, заодно и посмотрим, что можно. Потому что там кто-то просил меня пооткрывать черепашек. Говорили, тут какие-то есть кейсы там и за 25 рублей даже какие-то кейсы есть. А я что-то... Хер его знает, где здесь кейсы за 25 рублей есть. Ну вот я вижу за 35, за 60, за 45, за 59, да? Может какие-то вот здесь за 25 есть. Я просто... Так, ладно. Чё? Давай, мы начинаем с первого сета. Давай. Открываем. Сейчас мы получаем на баланс еще 25 рублей. А, нет, мы стебель бамбука получаем. 29 рублей, да? Ну... Хер редьки не слаще. Так, давай. Так, еще раз. Нет, давай пам-пам-пам. Открыть быстро. Че, не хочешь? Ну-ка, перейти. А сколько тут надо? 4 сотки задепать. Нихуя себе, второй кейс, блядь, на 6 соток. Ну ладно, если что, депнем, если понадобится. Ах, с чего бы начать? С чего бы начать? Начать. Я, короче, хочу начать. Чувак мне говорил, открой Леонардо. Леонардо типа дает... Мне Леонардо еще, падла, ни разу не давал. Ну, хер с тобой, только вот только ради тебя я открываю Леонардо. Только ради тебя я открываю Леонардо. И смотрим, как он меня бородит. Видишь? А нет, не бородит. Что-то он не бороданул. Ну, ладно. Это найс, найс. Майский, это не идет в зачет, поэтому не переживай. Потому что здесь деп побольше, чем... На чем мы договаривались, да? Ну, слушай, открыл я Леонардо, нормально. Давай теперь мы сейчас померяемся амонгами по нашей традиции. Начинаем с зеленого, идем до конца. Блять, вот это, наверное, хорошо стоило, да? Прям спираль-то золотая. Красный, ну. Давай. Пластичность. Тоже, что-то... Алик, хуйня, короче, какая-то падает. Слушай, амонги прям вообще меня не радуют. Амонги не радуют. Я даже не буду говорить, что там кто-то из них топ. Все они днище. О, желтый только топнул. Только желтый топнул. Ну-ка, давай. Амонкас. Посмотрим, чем нас амонкаск. Амонкас порадует. С чем? 90. Ну, это борода, это шляпа. Так, что тогда, может, что тогда еще? Ну, сколько? У меня есть 261. Открывать сильверов на эту херню, я не знаю. Желтый, красный, зеленый, блядь, что бы. Так, мне надо... Давай мы откроем ну, с десяток. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Десять мы открыли в апгрейды. Вот мои эти. Давай. Давай тут тебя... На 50 попробуем словить. 2% шанс. Хрня-мурня, да? Ух ты!
Не зашло. Не зашло. Чего? Ничего удивительного. Так, давай тебя на 10% попробуем шанс поймать. Это тоже мимас. Давай вот так. Чё за ошибка-то, ебать, давай. А чё, зашло, что ли, там что-то? Нет, не заш... Победа? Я... В смысле, я что-то выиграл там даже на каком-то этом, что ли? Так, теперь подожди, теперь давай мы на сатен. Надо на сатен поставить. Ну, вы попробуйте еще раз, да? Ну, ладно. Давайте еще раз попробуем. 23. Нет, тебя мы попробуем на 250, чтобы ты залетел. Ну, а ты... Увы, тоже, что ли? Че, зайдешь, что ли? Да ну. Слушай, зашло, блядь. Зашло. Заебись. Найс, зашло, пацаны. Охереть. То есть, итого 900. Сейчас у меня есть 4 скина уже. Сейчас у меня есть 4 скина. Ну-ка, давай мы тогда попробуем такой же трюк еще разок провернуть. Так, давай-ка. 5. Ну-ка, мы тебя... Давай мы по... В смысле, то есть 6% шанс на сатен. Да что ты слетаешь-то? Да в рот тебе, блядь. А эти мы попробуем на 300 уже забахать. Так, стоп, давай мы тебя теперь 300 что-нибудь ищем. 300. Ой, у меня извилин уже этих. Треугольник, кровавый спорт, топливный инжектор. Ну давай тебя вот так вот. 300, да? 300. Соси у тракта. Да что за хуйня? Ох, цена. И вот так, да. Не заходишь, да? Ни один. Или ты зайдешь? Да ладно. Охуеть, пацаны. Слушай, ну это огонь вообще, блядь. Я сейчас, короче, депнул 200. И вот 550 x2,5. То есть нормально. Слушай, нормально зашли апгрейды, да? И сколько сейчас у меня? 1223 на балансе. А, пацаны, мне еще осталось на 5 скинов. Мне, короче, еще осталось 5 скинов выбить. Мне осталось еще выбить 5 скинов. 5 скинов. Я буду делать апгрейд. Я буду делать апгрейд. В общем, в принципе, я доволен. То есть вы видели, что зашло два апгрейда. Причем ништячково так зашли апгрейдики, да? То есть скинчики, то есть не самые нулевые, да? То есть я сегодня вырулил. То есть нормально. Нормально. То есть сейчас я буду продолжать дальше писать техподдержку, чтобы мне скинчики возвращали. В общем, что, я... Да я не буду больше сегодня депать. Я нормально, в принципе, сейчас вывел, контентик сделал. То есть, в общем, ребят, кейс батл может давать. Вы не думайте, что сейчас это рекламирую там, да? То есть он реально может давать. Это все зависит от его настроения. Ребят, в общем, на этом все.
Спасибо за просмотр. Участвуйте обязательно в розыгрышах, которые проходят на моем канале. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. То есть это просто будет давать мне мотивацию для того, чтобы делать все более прикольный какой-то и разношерстный, разносторонний контент. Ребят, на этом все. Всем пока и до новых встреч.